Сегодня хоккеисты Югры проведут очередной домашний матч. На этот раз противостоять нашей команде будет тюменский «Рубин». Это будет уже пятая домашняя игра у нашей команды, и пока дружина Вадима Епанчинцева идет без поражений. Соперник же на старте чемпионата уступил только новокузнецкому «Металлургу». В прошлом сезоне Югра и «Рубин» провели между собой два матча, и оба раза сильнее были «Мамонты». 5-2 и 4-2 соответственно. Если же вспоминать всю историю противостояний, то команды сыграли 7 матчей и 4 раза успех праздновали хоккеисты Югры.